Народному художнику Виктору Сафронову 90 по случаю праздника в Ульяновском областном художественном музее открыли выставку его произведений «Земля обетованная». Виктор Сафронов – художник особого склада. Кажется, ему в равной степени подвластны любые жанры и любые направления в живописи. Его произведения 70-х, 90-х годов стали классикой российского реалистического искусства. А картины хранятся в музеях нашей страны и даже за рубежом. Отец принадлежит как бы к стезе шестидесятников. Это мастера, я считаю, высшего пилотажа, вот, у которых можно многому научиться, постичь замечательно нашу живописную школу. Картины мастера легко узнать на любой выставке. Их отличает осознанное стремление к правде и обнаженности в изображении народного бытия и самосознания. Каким бы сложным и порой трагическим страницам в истории Отечества он не обращался. И в то же время излюбленной категорией является пейзаж. Чаще всего это картины природы, наполненные любовью к родине. Познакомиться с работами народного художника можно до 24 апреля.